Акция «Поможем собрать детей в школу», которую уже 10 лет проводит Управление соцзащиты населения при поддержке социальных партнеров, завершена. Все подарки, канцелярские принадлежности и сертификаты на покупку школьной формы уже раздали. В этом году помочь удалось 381 ребенку из многодетных и малообеспеченных семей. За счет средств городской программы «Забота и поддержка» нужное количество наборов школьно-письменных принадлежностей приобрели на сумму 110 тысяч рублей. До 25 августа любой желающий может оказать помощь школьникам и может принести канцелярские принадлежности в территориальное управление соцзащиты населения по адресу улица Строительная, дом 5. Если говорить о количестве семей, у которых больше 6 детей, вот то, чем конкретно мы занимаемся, то их становится больше. То есть вот сейчас, на данный момент, у нас 16 таких семей, плюс одна семья, которую мы рассматриваем, которая к нам присоединится. Что касается количества семей, вообще, скажем так, нуждающихся в своем внимании, то тут сказать что-то уверенно нельзя пока.